Страх – это боязнь вещей, которые могут произойти, могут случиться, могут не случиться. Страх смерти, страх одиночества, страх не быть понятым, заразиться, страх неудачи. Но ведь страх, он не настоящий. Единственное, где он может существовать, это в твоих мыслях. Ты не подскажешь время? Бояться или нет – это выбор. Страх убивает, он сводит людей с ума. Страх убивает надежду, отправляет людей в больницы. Он парализует тебя. Да, здравствуйте, я возле вашего подъезда. Оставьте возле дверей. Это иллюзия, которую ты создаешь себе сам. А теперь спроси себя, гордишься ли ты собой? Все ли ты сделал, как хотел? Или ты хочешь, чтобы что-то изменилось? Не хочешь бояться? Чувствуешь ли ты свое призвание? Поставь себя в ситуацию, где у тебя нет выбора. Посмотри в лицо своему страху. Сделай это. Ты можешь с этим справиться. Страх – это всего лишь иллюзия.